Всем привет! Мы с вами едем шторы забирать, они уже готовы. И, наверное, проедем в новую квартиру, может быть, даже сегодня развесим, если мне удастся купить лестницу на стремянку. Едем. А я вам покажу черемуху. Посмотрите, вон дождь прошел. Нажми вниз. Ой. Ага. Что-то они у тебя все двигаются. А, вот так. Смотрите, черемуха расцвела. Все в цвету. Аромат. Сколько цвета, сколько ягод будет. Мама, будешь эту черемуховую муку делать? Красота. Вот так тут чисто у мам. Тихо. Машинка там одна, другая проедет. И тишина. В общем, все. Посмотрела я, как у мамы черемуха тут цветет. В прошлом году я пропустила. Была в разъездах. В этом году поймала. Да, побелили их стволы у них. Берёзки. Мама их подбеливает, чтобы вредители не это. Ой, там открылась, мам. Толкни как-то. Да это, чтобы как не обгорали корни, ну и, наверное, и так, чтобы кора не облазила. Да и для красоты, да? Да и красиво, да, свежо. Там тополя вон тоже все подбеленные. У тебя тоже тут это, ты помыла, а тут, видимо... Это дождь шел. Дождь шел и все в пыли. Я уже два раза мыла, все равно. Угу. Ну, березка красивая стоит. Да. Ну, на балкончике свежо. У тебя отопление еще не отключили? Нет. Ты сама. А, у тебя сама регулируется. Хватит уже лизаться. Хватит, хватит, хватит. Мы все тут духами мамиными надухарились. И кот нас стал ненавидеть. Скажет, какие вы вонючие. А хорошие. Divine. Это Oriflame. Вот такими мы сейчас набрызгались. А это что, мама, это тоже аромат? Да это Света мне дарила. Доча, а ты вот эти вот не это, мы не смотрели же. Ты как, мимо них-то прошла? Все перенюхали, а эти? Ну-ка, открой, доча. Так, что тут еще? А там на этой дырочка просто, по-моему. А нет, это шариковые, наверное. Today. И туда это не смотрела, доча? Today, не tomorrow. Yesterday. Стесняется. А эти шариком такие. Yesterday. Лиза как начнет прикалываться. Они какие-то как гелевые. Она молчит, молчит, да что-нибудь как скажет. Ну, артистка.
Артистка, юмористка. А он геранечки какие сфотографировала, их сами цветочки. Так, а эта мама у тебя белая, да, чисто белая? Белая, это розовая. Она немножко с розова все-таки, вот это. Ну, может, да. Такой, это, а тут это с розова. Да, а те, не знаю, или ярко-красные будут, или какие, не знаю. Если не будет красных, то мне подружка Маша сказала, что даст мне ярко-красную. Вот это уже должна тоже расцвести. Она такая крепенькая у тебя. Ну, я их в свежую земельку подсадила. Да хватит, уже хватит. Чистый тоже. Чистый, чистый. Что, испугался? Мы уже пообедали. Так, это вот у мамы Шанель духи. Это маме Света подарила. А эти в коробочке были. Вот в этой красивой. Это тоже Света подарила. Ой. Сколько всего, сколько красоты всякой. В общем, а это я маме привозила из Новосибирска, Кассандру. Да, мы там в фирменный магазин заходили, Новой Зари. И этот, как он еще называется-то, Зинтерс. Вот эти. Тоже, по-моему, свежие. Да, это теплый, прям такой теплый-теплый аромат. Мы уже сейчас им надухарились. Вот, ну что, мама, расскажешь что-нибудь? А что я вам рассказать-то могу? А то уйдем. Мама, тут слоники. Комоды переставили, столы переставили. Всех слонов вот сюда на салфеточку. Сейчас домой пойдем. Нагулялись сегодня с дочей. Купили ей шторы, заказали. Мои забрали. А тебе, Лиза, когда сказали твои забирать? 14-го. 14-го поедем забирать Лизины шторы. Новенькие. Тапки новые, видишь, приобрела. Это Оля на ремонт приносила. И они у ней все подошвы вот так вот уже кусочками были. Угу. Ну и они так поремонтировали. Да выброси, говорит, их мама. А они мягонькие, мне что-то их жалко стало. Я взяла всю подошву, оторвала, их простирала. Потом линолеум, вот этот, кусочки были. Я вырезала подошву. Okay. И на клей-момент приклеила. Рукодельница, новые тапки сделала. И теперь у меня новые тапочки, я в них сижу и рисую. Вот видишь, голь на выдумке хитра. Хотя тапок вот только у тебя и не было. Но они теплые. Жалко выбрасывать, да, было. Удобные, теплые, вот. Котик, пока. Пока. Все, мамочка, пока. Ну, пошли мы до дома. Всего хорошего. Пока. Привет всем. Счастья всем. Скорее бы от вируса избавиться, да, не сидеть дома точно, в этой тюрьме. Чтобы уже спокойно можно, ой, было. Ой, как гулять. Надоело. Я сначала такая прям порядочная была. Все сидела. Вышла на улицу, хоп, иду, у меня ноги отказали. Угу. Я иду и запинаюсь, как это, пьяная. Да, думаю, скорее бы уж все это закончилось. Так, угу, охота иной раз сказать, что это. Угу. Ну все, пойдем. Провожает вас. Да. Пока. Пока, пока. Я сегодня шторы повесила, правда, не все, крючков не хватило. Ну, вот так немножко сдвинула. Смотрите, как у меня теперь нежная-нежная белоснежная сеточка. И вот такие серо-бежевые по цвету очень хорошо к стенам подходят. В общем, так. И мама ко мне в гости пришла. Мы сейчас будем пельмешки есть, салатик я сделала. Со сметанкой пельмени у нас будут. Че стесняешься? Девочки, холодильник, переставили двери, все как вы хотели. Он еще у меня, правда, пустой, но завтра мы поедем с мамой покупать продукты. Мама себе, я себе. А то подумайте, что мама мой холодильник еще будет забивать. В общем, вот так выглядит холодильник теперь. И это, здесь у меня уже сырники, пельмешки. И вареники. Мама принесла вареники. Я ее пригласила на пельмени, она вареники принесла. Все.
Перевесил дверцы Олин сын Никита. Вчера пришел и сделал все, как вы хотели. И я тоже. Теперь мне все удобно. Да. А нам приятного аппетита. Всем привет. Мы с мамой отправились в магазин Филимоновский за молочными продуктами, за сгущенкой. Масло купим вкусного, сливочного. Может, творожок. В общем, посмотрим. На улице сегодня такая жара. Маме жарко, она в ветровке. Мам, жарко, да? Да нормально. Жаркостей не ломит. Овша тепло любит. Смотрите, все в цвету у нас. Какая красота. Все деревья. Вот эти березы я вам показывала зимой. Сейчас они все в листьях. Вот слушайте, на той стороне посадили в прошлом году березы. И их просто взяли и подстригли. Разве березы можно подстригать, как, например, те же тополя? И они все позасохли, представляете? Их вот просто крону им вот так вот. Там много берез, наверное, штук 15 точно, может даже больше. И они все засохли, представляете, сколько деревьев загубили. Мы с Олей смотрели вот прям до слез. Как можно не знать, что березы нельзя подстригать? Кто дал такое указание? О, вот тут, мам, черемуха еще цветет. Пойдем подойдем, понюхаем, наверное. Аромат стоит, вот она, маленький кустик, но такая вся белая. А это ранетка. Давайте подойдем. У мамы тоже там все расцвело пышным цветом. Ну тут уже все, отцветает она. Вот уже ягодки проклевываются. Уже начинает завязываться. Я под окном нанюхалась, там четыре большие. Ой, какой тут аромат, это же вообще. Смотри, тут блестящие, наверное, это как... Что это за блеск такой? Это, наверное, как нектар, наверное, цветочков. Ой, падает. А вот уже тля гадина. Мама, садовод-любитель. Давай, с тлей борись. Ой, как жарко сегодня. Смотрите, прям раздетые все ходят. А я в новом платье от New Chic. Потом я вам его покажу в полный рост. Классное платье. Красиво цветет. Все в цвету. А где-то на той стороне розовое было дерево. Прям ярко-ярко розовое. Это тальник. Тоже красивый куст. А здесь куст бузины цвет набрал. Вот она бывает красная, бывает черная. А еще какого цвета бывает? Там, где клён шумит. Классно, да, мам, сегодня? Вообще тепло, свежо. Ну уже вон машины во всю гоняют. Ой, мне вот эта аллея так нравится. И когда в цвету, и когда в снегу, и когда ягоды на ней. Так, здесь хорошо, тенисто. Ой, птицы-то кричат. Смотрите, белым-бело, как в снегу. Ну вот мы почти уже дошли до магазинчика этого. Самое главное, чтобы там... Это поступление было продукции новой, свежей. Ой, да какая же красота-то белоснежная. Там синенькая какая хорошая. Я подстриглась. Прическа у меня новая, видите? В среду мама пойдет химию делать. К новому мастеру. Аллейка. Что-то устанавливают. Поребрики какие-то ставят. Дорогу ремонтируют. Сейчас я вам покажу розовые цветочки. Смотрите, какой красивый. Ой, как показать. Смотрите, как цветет красиво. Ой, какая красота. Блин,
Против солнца не видно. Вот и тебя сфотографировала. Посмотрите, какое у нас доброе утро. Я вышла из подъезда. Жду такси. Сейчас поеду в свою квартирку. Птицы щебечут. Мне интересно, там вот солнечно, где моя новая квартира, там птицы просто орут. Их так много, они собираются на деревьях такими огромными стаями. И такой гомон идет с этого дерева. Просто невозможно, если рядом стоишь, невозможно спокойно разговаривать. Они тебя перекрикивают. Они-то, наверное, думают, что это ты их перекрикиваешь. Я просто так вышла подышать, погоду проверить. Но погода сегодня просто шикарная. Просто шикарная погода. Тепло. Время 8 часов утра и теплынь такая. Днем будет, наверное, жара. Хорошо, что у меня есть кондиционер. Сейчас я вам покажу, как мне установили кондиционер. Я жду монтажников, будут переделывать. Монтажников отправили уже других. В общем, смотрите. Внутренний блок выглядит вот так. Ой, прохлада. У меня сейчас стоит на 18 градусов. Представляете, как он хорошо охлаждает. Здесь будет за шторой. Они спрятали кабель сюда. Здесь для провода. В общем, вот так. Ну, шторы закроются, будет видно только вот эту часть. Это ерунда. Но, смотрите. Ой, с этой стороны не увидите. Вот, они мне погнули вот эти вот лопасти. Видите, прямо удар такой был. И все туда вмятина такая огромная. И смотрите, кронштейны подставили вот так. Сместили как-то. То есть кронштейны здесь стоят, а кондиционер стоит здесь. Что, его нельзя было поставить по центру? В общем, сейчас они это все будут переделывать. Трубка для дренажа вот так выглядит. Это тоже будут они мне прятать, все переделывать, потому что так не делается. Тем более за такие деньги. Вот, я отдала за кондиционер и установку вместе 53 тысячи. Кондиционер 43 и установка, ну, 9750. Вот так. Все, жду. Слышите, как работает? Вообще бесшумно, вообще его не слышно. Хотя он такой мощный, этому я очень рада. Вот, так что все, проверяйте. Я понадеялась, что фирма, которая работает за такие деньги, халтурить не будет. А нет. Бывает, бывает. Так что будут переделывать. Шторы мне... Шторы тоже сняла. Здесь везде взяли шторы уже новенькие. Оказалось, что мне их сделали длинными. Тоже приехали, переделываются. Смотрите, вот так устанавливаются кондиционеры. Две крутые попки. Прикольно. Ребятишки на улицу вышли. Тут, по-моему, две группы работают. Им разрешено. Ой, какая красота сегодня. Там за окном, понимаешь, весна за окном. Это мне сверлят, там кондиционер ставят, видите? Смотрите, такие классные малыши. За ручку идут. Этим по дороге надо. Одни вышли. Баламуты. Бунтари. Все идут по пешеходной дорожке, а эти по дороге идут. Все. Свобода. Воля вольная. Все. Качаться, кувыркаться. Ой, какие участки классные здесь. Чистенько все. Скоро цветы посадят. Все будет тут в цветах. Яркость такая. И так участки яркие. Очень красиво. Солнечно. Сейчас солнышко уйдет. С
сейчас утро, поэтому прям солнце так много здесь. Сейчас солнышко уйдет туда за дом, и у меня будет прохлада. Пока закрыли все. Лишнее мы отрезали, ага. Середину его. Здесь выправили. Вы все это ровно. Расческой прямо расчесали? Ну, почти. Угу. Здесь лишнее отрезали, завальцевали. Да. Ну, вот ну красота, ребятки. И он будет капать в сторону. Угу. Ну, вот теперь же красиво, ну, не подкопаться. То, что было и то, что стало, я вижу. Ну, спасибо огромное. Говорите, сделали просто свою работу. Да. Почему мне вас сразу-то не дали? Ну, я не понимаю. Понадеялись на молодую бригаду, видать. Угу. Ну так вы тоже не старые. Уже более опытные. Ага. Ну все, теперь ровненько стоит на вот этих кронштейнах, как положено. Никакой порнографии там не торчит. Спасибо, я довольна. Да, спасибо. Все, направляюсь домой, все дела сделала. Сходила сейчас в Орион, подключила интернет, потому что мобильная связь очень слабая и прямую трансляцию провести сложно, выбрасывает. Завтра мне утром приедут подключать, а вам покажу солнечный с высоты птичьего полета. Вот я тут сейчас скарабкалась, и как пойду назад, неизвестно. Подниматься-то легче, а спускаться, ну, наверное, легко кубарем-то, на дорогу только бы не выкатиться, а так... А так нормально. Слушайте, а что-то не продумали они. Почему не сделали эту, как это, ступенечки? Подъем-то почему такой? Или надо вокруг обходить, как люди-то тут ходят? Как люди-то ходят? Тут-то только собачки пробегут. А, автобус идет. Все, всем пока.